Вот у нас было 2 дня без, ну, без официальных матчей. Первый день мы играли 5 браков, стреляли, разбирали некоторые ошибки, которые у нас были на игре с Астралис. Короче, всем cool. Отыграли практис игры, так называемые. Сейчас выполняем... Продолжай. Дальше играли 5 прак, как я уже сказал, и играли миксы, тире, стреляли. Сегодня тоже у нас день, что мы утром встали, пришли в практис, стреляли. Чё? Есть кто-то, кому ты хочешь привет передать? Я хочу много кому передать привет. А, я реально хочу много кому передать привет. Короче, передаю привет всей команде Insilio. А кому я еще хочу передать привет? Пошли поели, сыграли 5 праков опять, и сейчас вот стреляем. Каждый по 3 часа минимум. Погнали хавать. Я про команду хаву. Да, хавать. Команда тихо сидеть, хавать. Борь, обзор еды онлайн. Турецкий шницель, картошка и драмстикс. Нормально все. А я буду, кстати, писал. На днях. Вчера. Ты мой гумер, я хочу стать как он ты. Он мне написал. А, я уже стал как ты. А он мне ответил, ты моя клубничка. А какой план на оставшийся день? Ну, мы сейчас заканчиваем тренировочки наши. И потом индивидуалка полноценная, полностью выполнить индивидуалку. И я, насколько понял, по желанию играю миксы. А дальше все. Сколько занимает полная индивидуалка у вас? У каждого по-разному. Если спрашивать меня, ну, 3 часа. Угу. Это только стрельба. Прикольно. Паркур-мастер. Паркур-мастер. Он уже 1 000 000 попыток сделал. А что же сделать? 3 раза подремнуться, прыгнуть на зигу. Так, гайс, у нас сегодня Valve обновили стикеры Team Spirit в игре. Они были черными, стали белыми, и там наш новый логотип показывается. Так что вам точно нужно будет их купить в больших количествах. Привет, YouTube! Сейчас я буду составлять дизайн моего коврика, потому что продвигать собственный бренд крайне важно, а также коврик является частью мерча, который в будущем, в содействии с Константином Мачиидзе, будет выпущен. Логотип я планирую создать такой. С вас 80 евро. Настоящий мейджор начинается сегодня. Чё, а до этого был какой мейджор? Это был фейковый мейджор с первой командой. Теперь остались только топовые. Да? Что думаешь об этом? Мне вообще похуй, я готов ебашиться со всеми очень жестко. Только что Bad News Eagles проиграли Copenhagen Flames. Ты ожидал этого результата? Ну да, это было очевидно. Ну, потому что эти сильнее, чем эти. И здесь играет вот этот чел. Это вообще просто папа. Я его фанат. Ты что скажешь про наших сегодняшних оппонентов? Сильные ребята. Долго находятся в топ-10. Будет сложно, но мы будем делать все, что возможно. Вот так. Здесь так. Мы начинали свой путь в контендерах. И здесь же начинаем свой путь в легендах. Конечно. Сань, я забыл подушку. Спасибо. Сегодня утром мы похавали, поиграли в деф-матч. Я набил 950 фрагов. Остальные 50 будут сейчас. На сегодняшних 2 картах поиграли 1 фраг против команды Berlin International Gaming. Вот сейчас пойдем, пришли в студию. Будем вставлять клавиатуру в компьютер и бегать. На батах. Лёнь, я вчера читал статью на Reddit, что у тебя чуть ли не самая одна из самых низких сенс на турнире. Почему ты играешь с такой?
И да, как давно? С самого начала CSGO. Ты никогда не менял сенсу? Менял, и после этого меня убрали с команды. Spirit, first two bans. Two bans? Yeah. Ban Inferno and Vertigo. Inferno and Vertigo. Yeah. We will ban Dust 2. And Dust 2. We will ban Overpass. Hades. Then we will ban Ancient. We play Nuke. Play Nuke? Yep. Good luck. Good luck. Play Nuke. And we start to turn. Thank you so much. Thank you. Он просто в ужасе съебался. Не, он просто подкатал. На моей подушке кто-то был. На моей подушке. Парни, у меня на самом деле к вам только один вопрос. Вы наелись уже Counter-Strike на этом турнире или вы еще голодные? Жрать хотим? Да. Жрать. Просто есть хотим. Тогда да, погнали, сожрем этих челопча. Ой, короче, смотрите, там все тут просто, короче, как работает. Нюк играем, стартуем за теров. Наша задача, короче, смотрите, пацаны, работает дохуя, надо вообще в рамп по игре, по факту, потому что чел, он любит ее отдать, и София любит на улице подольше подрочить, и арт на улице дрочит тоже сам, поэтому у них на рампе будет там свободно. Дальше. Пиздец, какое внимание, когда мало денег у них. Или знаем, что у них слабые бабки эмки, врыв нуля под бистика, врыв нуля просто под смог глубокий тебе дают на рампе, сразу видишь, что какая-то хуйня чуть глубже. Они идут под смог вдвоем, арт и дроп. Теперь, что по поводу КТ нашего. Долбится в дверь, улица играет Юрий, хлопует арт со скалы. София, понятно, Сайка можешь прийти. Кейсера-то, либо арт они в дверь могут по респу бегать. На рампе ожидаю, если хуё бабки, что выпрыгнут просто в смог, побегут. Могут. Если у них? Да, могут. Потом, Роберт, ожидай мэн, они любят либо лейтон, могут за мэном сидеть, у них типа ты им даешь пизды на двери, ничего не получается. Они могут потом лейтон кидать, а потом идти улицу под мэн. За КТ у них такая логика работает, дохуя. Мы дадим пизды, допустим, троих, двоих дверь убьем, три остаются. И они вот ждут на жопе, не ждите, что они сейчас пойдут куда-то жестко обыгрывать. Они типа, у них так логика работает, они типа ждут. И потом туда же, где дали пизды, им они идут опять. То есть они сходили в дверь, получили два в пизды. Могут на рам сходить, конечно, да. Но я к тому, что не старайтесь передумать, что, знаете, вот мы типа принимали такие, сейчас они улицу пойдут. И там пошел один куда-то, пошел в секрет, пошел еще где-то. Нет, компактно просто. Ждите, что они будут переигрывать, и все, и им пизда будет. Окей. Okay. Эти темы запоминаем, и все. И мы их сейчас сядем, парни, просто нахуй скатаем. Конечно, давайте. Нахуй. Парни, верим. Свою игру, делаем свою игру, верим друг друга, да, работаем все вместе, как команда. На 3-4, Team Spirit, 3-4! Team Spirit! Fury against Spirit. One team did incredibly well in the Challenger stage. Spirit went above and beyond many people's expectations, myself included. Неважно, что произойдет, доверяем друг другу, и любые ситуации мы вытащим, парни. Потому что, блядь, мы команда, это самое главное. On the close angles, but flash the more important. Oh, that's a bit up to the heaven. They're gonna line up for you already. Хорош, парни, да, лавик? Хорош! In, but on. It's gonna be on the drive fight back into kill. As hard being very aggressive. What a... Пешка, раша возможно, я блайнд. Один рампа за смоком. Выше, раш, рампа, раш, рампа. Я ивент падаю. Забрал. Давай аккуратно. Не, хорошо, ивент, не свои. Еще раз, два. Упор у меня. Ты рампу бил. Вижу. Упор, чел. Поживи. Да, я вниз пойду вторым. Тихо, короткий открыли. Короткий зашел. На Б дым выкатил с табло. Ставит перед табло. Я с табло иду. Ну вдвоем. Давай. Табле дым лежит. Я буду очень поздно играть. Табло может начать. Окей, я сейчас буду часов пискать. Иду к тебе, окей. Мы готовы, Абдул. Он прямо на часах. Он за бортом на часах сидит. И короткий чел, второй. Убил его. Второй короткий, короткий. Да, будет короткий. Китов нет, мужики. Китов нет, надо играть. Надо играть. Надо тэфу там. Зину забираю. Давай. Дэн, тэфэй забрал... Перед ним встаньте, чтобы на щели. For Furia and Spirit are gonna be like, yeah, the problem is it's post planned, but it's not ordered enough to actually get an AWP. He decides to go full AK. Хорош! Нахуй! Нахуй! Два, 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 один диск хп. Окей, хорошо. Жите. Чё один? Убей! 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 Ёбаный рот. Давай! Роб, очень давай, бро! Блядь, я ну и, сука, хотел. Красавчик, да, Роб. Отец нереальный. У меня нет. Bomb still down. Alex now should be able to hold this one by himself, but indeed not be able to clutch this one. Art may be the man for the job. Smoke down onto Decon. They line up. No, твой раунд. 10 секунд. Reload. They so nearly both belted. No!
Лучший наш, блядь! Дай мне сюда. Охуевший, бро! Лучший патч, я в ахуе! Вентра... Рошара, Рошара, убил одного смотрю, еще! Смотрю, нет никого дверь! Еще вышел дверь, вышел дверь! Ладно. Убил, убил! Еще дверь, убил! Еще патч вышел! Еще будка, Тедрис! Паш, ебать ты отец, я в ахуе сняю! Я просто папа, я сам в ахуе. Deal with the oncoming Onspers and Spirit have caused an upset. A team that people thought wouldn't even make it through the challenges, and they just bested Furia, one of the favorites in the entire tournament. Ну, вы мои лучшие просто, лучшие. Ну, Пашка, это был очень жесткий патч. Спасибо. Это был очень жесткий патч. Короче. Борис, иди сюда, расскажи мне про игру. О, бля, старт был лично у меня тяжеленький. 0-7 было? 0-6. 0-7. Было? Я просто помню 0-6. А потом я выхожу... А, 0-8, мне кажется, было. Потом ты троих. Да-да-да, было 0-8, я уебал троих в двери. Это было очень жестко, я говорю, я вернулся. Но не полностью, но я вернулся после. Мы взяли 5 кое-как, доковыряли. Вот, переходим за сторону, типа, добрых. И там... начинаем хорошо играть. А потом... крушил раунд. Вот этот чел берет 1-2. Я сейчас. Просто ему говорит, 6 патронов, низ будет, он говорит, я знаю, подождите. И пошел просто не просто так. Пол раунд. Я вообще смотрю, я не верю своим глазам. Как такое вообще берется? Я папа. Да? Папа. Я сказал, я папа. Рок. На улицу вообще даже не выходили. А куда они? Куда они лезут? Куда они? Куда лезут, блядь? Улица закрыта. Супер важно было то, что Роберт несколько раундов, ну буквально в Солянова закрыл. Именно бай раундов. После чего Паша выиграл клатч. Абдул, меня. И потом все. Потом все, все типа отъебали. Они очень много раз ходили в Адл, бились прям жесткими своими раскидами. Ну, они стилистически так играют. Но после клатча Паша, все. Паша был в потоке, типа... И в каждый выход он убивал двоих. Плюс, ну и просто Аня проигрывалась. Поэтому это очень трогательно. Это было очень жестко. Паша красавчик. Мы только что узнали нашего соперника. Это будет команда Heroic. Парни держались себя в тонусе после матча с Фурией. И сейчас мы уже идем в студию настраиваться. Расскажи о сегодняшнем оппоненте. Heroic? Да. А, ну, что тут сказать. Сильная команда. Как сыграем с ними? Не знаю. Что будем играть? Тоже непонятно. Предпочитаем играть нюк с ними. Но не факт, что они захотят его играть с нами. Поэтому предполагаем, будем играть какой-нибудь оверпас. Если будем играть оверпас, то мы уже готовились к ним, сколько было времени. Будем стараться отыгрывать от информации, которая есть. Да и лопас у нас не слабый. Поэтому ждите. Как оцениваешь Кайдена как капитана? Охуенный. Сильный? Очень. Какие его основные достоинства? Он отец. Он умеет круто колить. Угадывает часто. Берет матч, игру на себя. 6. Короче, батёк. Эдиан батёк. Cool. Team Spirit, two maps. Inferno. Inferno. And Vertigo. Inferno and Vertigo. That's two. Those two. Ancient. Ancient. And Mirage. And Mirage. Spirit. We're playing Nuke. Sorry? They've been overpass. We start CT and Nuke. Yeah. And good luck. Good luck, guys. Как ты так вообще играешь? Это же вообще такая сенсация, конечно. Так у меня была 1-1, Паш, в какой-то момент. Что? Извините, пожалуйста. У тебя охуенная сенсация, просто топ. Да? Говорит, как ты вообще играешь?
Лёнь, ну блядь, он уже Лёнь, я папа не живу. Паша просто говорит, что это нереальный скилл ты должен показывать. Я папа, Всё хорошо, папа. Есть, еще ты немного времени пройдёт. Покачался? Скилл пахал, все, я тебе передал силу? Да. Все, с тебя 30, я сажусь, это ясно. Вернемся к разговору. Я говорю, пару часов назад ты выбыл топ-7 ХЛТВ. Сейчас топ-5 ХЛТВ. Готов как бать сыграть? Погнали, Паша. Просто играем Counter-Strike, ничего больше. Расскажи немного, как Heroic берет нюк? Хорошо. Пиздит. Короночка. Это? Конечно. А ты можешь одновременно делать эти пальцы и кричать «Си!» Си! Драконы здесь! Здесь! Драконы здесь! Здесь! Драконы здесь! Здесь! Поехали! Поехали, блядь! Поехали! Magic rounds the corner, might be Tessus, and has defended his honor! Immediately towards him. Yeah, headed smokes and whoosh! But head from... Молодец, Робер, давай. Patsy, it's all on to Patsy! Hey! Умничка! Найс, блядь! Хорош! Куда? Ебать, шо летал, ты видел это? Heroic were able to facilitate themselves forming this pistol round here, right? They thought, okay, let's go over towards the other side. Looking like they want to pick someone to top side. That's a huge dink right. Siren is refreshed. Хорош! У них два гана, пацаны, что они могут сделать с этим? Это раунд наш, ждем. Magic's trying to... Let's kind of hinge on this frag, base the shot. This is nice. Ой-ой-ой. Хорош, блядь. Еще выжил. Еще и выжил, охуеть. Просто хорош, сорян. Player and the crosshair, bang on the money. Takes two... Охуеть, конечно, красава. Open up the account. Charge on lobby. Scream. Nah. Out. Being run down. Try and take... Убил мои двоих, бороду. Слишком убил. Найс, 3-1. Opportunity there as well, and that... First frag's a freebie, swung wide, and oh, with his knife out. Caught, maybe not. Tessa's looking here, there, and everything. Chopper needs another, gets it as well. Oh, and Spirit looking to afford it. Do nicely. Spirit, 2-0. This dragon, a bit of an underdog, but definitely taking scalps. First Furia, now Heroic. Woo! Давай! Вру! А, блядь! Пиздец. Сорян, Костян. Лучший. Как ты внизу это отъебал? Ну, какие мысли? Мне ёбаный мультифрагер на рации, я хуй его знает вообще. Я только что пожал руку рефрежи, я её не буду мыть 3 дня, блядь. Абдулик, какие мысли об игре? Все охуенно, Кость, как я тебе и говорил. Они сильные игры, но как бы, блядь, мы готовились. Interview time with your boys, if possible, man. Alright. Can you say a couple of words for Spirit fans? Oh yeah, well, firstly, 2-0 is fucking amazing. First legends for some of these guys, you know, first time being in a major. No, and they're looking like you can get this 3-0, so let's hope they can. Hope so. Чё, Лёнь, пару слов капитанских. Ну чё, был план, нам давали пизды, пришлось играть от скилла, набрали несколько раундов жесткими мувами всех игроков, а за ФТ же классика пошла. Едем, Костян. Едем домой? Домой? Да, в номер домой, демку смотреть, как нас 8-1 ебали. Ой, ой, а как они такой сетап проебали? Ой, а как? А, все. Охуеть, цепаш. Что, цепаш играем? Мужик, все хорошо. Че ты еще хотел? Цепаш? Да. Очень комфортно, соответственно. Надо выигрывать его? Конечно.
целом они такая же команда, как и мы на этом турнире. Новички. Ну, мы только что с ними правда играли. Поэтому будем шпилить. Уверенность есть, то, что можно победить. Настал следующий день. Сегодня у нас битва с Copenhagen Flames. Сейчас играет первый запуск матчей. Когда начнется второй запуск, мы уже будем настраиваться. Так что последние минуты считайте в практике. И парни разминают голосовые связки, а также свой АИМ на DMS Info. Ты спаун убил. 8-1, 8 убил. Еще один спаун. Яма убил, так. Паш, правда ли это, что ты скопировал прическу у игрока Ставн? Это кринж максимальный. У меня прическа 10 из 10, а у Ставна это просто кринж какой-то на голове. Ну тогда почему все твои тиммейты говорят, что у тебя прическа у Ставна? Потому что они меня троллят зачем-то, я не знаю зачем. Если нет, то... Ну, мне тоже кажется, что похоже. Значит, ты меня троллишь. Нет. Знаешь, мне нужна новая прическа срочно. Ты что, клавиатуру моешь? Почему, Паша, всегда, когда мы идем на игры, короче, тыкает кнопки постоянно, просто спамит? Это смещенная активность, чтобы не думать. Паша никогда не думает перед играми. Предпочитает отказываться от мыслей. То есть он тупит. Чё он пиздит это? Дорогой, отсутствие мыслей не обязательно говорит о тупости, понимаешь? Пару месяцев назад ты говорил, что MVP мира — это рефрейт. А теперь он прямо за тобой. Какие у тебя ощущения от этого? Ну, скорее вчера я выиграл его. Это жестко. Сегодня он интервью дает, что мне сказали. Красава? Лёнь, как думаешь, Вета пройдет? Нормально будет Вета. Мы забаним Инферно, а они что не играют? Даст 2? Даст 2. Мы собираемся пикать тогда. Мираж. Они? Эншент? Оверпас. Оверпас. А десайдер какой ждешь? Нюк или Эншент? Эншент. Flames. First ban. We would like to ban those two. Spirit? They're ban Inferno. Flames pick. Vertigo. And how's your pick? Mirage. Spirit, ban. Что там осталось? New, cover и Enshot. Первый? We ban overpass. Ban overpass. Then we ban Nuke. Ban Nuke, play Ancient? Yeah. Thank you very much. Okay. Good luck. Что думаешь про Маку? Жестко. Жестко? Будем, брат. Ты говорил в 180 пуш, что Мираж твоя любимая карта. Мираж я говорил? Вертига. Вертига? Они пикнули Вертига. Парни, go challenge, короче. Первую карту играем без коммуникации. Молча. Вот вообще ни слова. Они не слышали контекст, ему будет непонятно сенс ничего. Окей. Я обычно так и играю. Вчера будку рашат, я ни слова просто не говорю, падаю по тетрису, убиваю. Драконы здесь? Здесь! Драконы здесь? Здесь! Погнали! Давайте, парни, кайфово! Играем в Counter-Strike, как учили. Pretty eager. Siren looking to destroy though. He can get guy you're expecting to take that and with ease, and that's the second brilliant stuff. But Chopper won. But instead Patsy's gonna get caught this crane. Oh, otherwise he would be falling down. The player and Spirit now 4-6 the depth of that game, even though Vitality have been looking pretty lack effectively this season, one of which is Siren. As he in the open, he is distracted by the player up. Короткий убил. Блять, не нападет. Три. Еще. Nice. Will be progressing. Stick with us. Not a spirit. Oh, the aggression up on the. You think they needed to go for a play, Vince? They knew they needed to do something. They could just. Нахуй, нахуй, нахуй. Fall, but Dexter will reply back. I spray their thought, but he can do so with a smile on his face. And Nick.
Beautiful round for Nikodos. Beautiful map and CT side for Copenhagen Flames. Доводи к нам. Короче, подходите, пацаны. Я сейчас скажу, смотрите, сначала скажу, как вообще, что надо делать. Пацаны, это фейсы команды, по факту. Если сыграли Vertigo, они играли много тем, которые просто сделали из-за того, что видели, как нас ебают. Поэтому я вам скажу первое. Просто играйте, блядь, на фокусе свои точки все. И вообще, слушайте общение. Если видите, что что-то не так, что какой-то раунд чуть не так исполняется, просто, пацаны, делаем по игре. По игре. Это вам не как там рассказывали, а просто по игре. Играем, кайфуем, это первое. Там игра вся дефолт. Вы заметите, сейчас вы охуеете. Они могут, послушайте, самое главное, они могут пойти сейчас, пытаться что-то как-то удивить нас опять, какие-то... Окей. Ну, они могут что-то сделать, попытаться удивить, но это все хуйня, парни. Просто подумаем, что мы на практике или на фейксите вообще. И все будет очень легко. Спокойно общаемся, катаем. 3-4, Team Spirit. Давайте. 3-4, Team Spirit! Flash and a smoke, and then Copenhagen Flames get fights. Eye of Spirit, I'll take it. Woohoo! The mass man, CZ in play. Swiftly, Mace initially calling. Another two plays now. How's it got caught by an aggressive play to see though with this choice was AK-47. As we show a confirmed round here. Especially from the murder hole. Feels like this map is played pretty damn good on that T-Hop. Да, это еще. Kill would have been the end of the round. And then, in the end, it came down to Dexter and like a hand. Oh, what a shot from Zyphon! The magic wand. However, the captain is swallowed early on. And then with the eye of... Тошка. Покор убил. Хорош. КБ. Б. Бедом. Иди. Бедом был, убили. Пройти на Б. Зипом второй. Забей на меня. Да, вас яма. Охуеть. Роб. Это очень жестко было. Касаш, хорош, Роб, Роберт, умничка. Охуеть, Роберт, просто звезда, ёбан. Да не. Чё, парни, пару слов про Мираж. Есть у вас? Да там ёбка жесткая была от всех пацанов наших и ваших. И наших. Угу. Видел я? Видел. Но ты сейчас не видел, да, минус 4. Я мог почти второе заиграть. Сколько ты месяц? За карту. Расскажи вообще про карту, что покажу. Да ничего, в целом все заебись шло. Они опять пытались свои заготовочки там под нас там, делать. На Vertigo это получилось, но на Мираже... Чуть-чуть туда не уходи. А Пашок, мучу с грачей, садись, и он пошёл, блядь. Чё-то крики какие-то у тебя... вот это вот, горит, как будто дом у тебя, блядь. В смысле? Ну, инфу ты так даешь, как будто горит что-то. Зик, прошли! Тебе же сказали установку, молчать, блядь. Ты забей, успокойся, выдохни, ты так ебёшь, блядь. Куда ты, чего нервничаешь? Хотя, послушай, как тебе удобно, я не похуй. Ну всё, ты папа, мне похуй. А я на кринже. О, а вот и Борис. Давайте, короче, стоим, пацаны. Смотрите, план какой? Ancient? Все заебись. План такой. Дать пизды на миде, дать пизды на Б. Наш дать крысу ебану. Все. Охуенная установка. Погнали. Первый план. Дальше. Затера все раунды будут работать, мы ничего даже не показывали. Они вообще в ахуе. Дальше. Две хае на Б кидать. Ты с мида, если мид занимаешь, можешь тоже по точку хае ходить. Там постоянно типы okay. Скин. Халява для тебя изи фраги. И все, пацаны, больше ничего не надо знать за КТ. За теров будем просто раунды крутить и играть от дефолта, потому что они играют 3Б постоянно, дают смок ворота и башится. Окей. И все. Готов? Погнали. Погнали. Ну, парни, стикеры есть. Играем кайфово за Серегу, за нас, за всех. На 3-4, Team Spirit. 3-4. Team Spirit! Погнали. Yes, one map decides everything. One more map required, and you've secured your spot at the playoffs. Magic saying it aligns. Deny. No. Хорош. And Pat Payne, this is going to be shooting gallery, and he's going to find the fern. Nikodos out for Copenhagen Flames. Estman are down into the site. Magic is going to have it very comfortable. Mid fascist. Падаю, Билл. Too late, they're going to line up at this. Tim's bringing this one back. They're going to... Тэшка. Билл Тэшка. Тэшка идут на банан. Тэшка на банан. Банан где? He knows this player outside here. He needs Magic with the offhand goal. Now, we'll have to peek out into the hope for the best, but there won't...
can't get a amplifying siren that does pants down. Copenhagen fights one, but then here. See, and now it forces the. Exam. Играть. Роберт красавчик. Read the situation at the moment, and it proves to prey to his AK-47. But they misread this. It's actually an eco. This grenade can finish him off. But Yami from the CTs showed us no flags pop down. No signs of. Тяжко убил. Хорош. Trying to peek up Randick. I was still paranoid. There was load on the floor. Magic's make just about alive before chop. Core playoffs. I don't believe it. What a fairy tale run it's been, Vince. Screw the doubters, screw the haters. They've done it. Я же говорил, что я покажу. Как? Покажу тебе, вот классная эта карта, нахуй. Мы в плей-оффе, Костик! На стадионе! Мы в плей-оффе, на стадионе! Роберт? Да? Иди сюда. Не знаю, что-то у меня даже эмоций нет никаких. Да, конечно, конечно, конечно. Все это самое. Все придет чуть попозже. Что-то... Расскажи про то, как происходила эта серия. Просто нереально, конечно. Придет. Мы подготовились к ним. Они, в принципе, как я ждал, спикнули Вертига. Смогли нас удивить, мы немного не перестроились, там немножко там нервозность была. Вот потом на Мираже первый раунд нервы были какие-то. Короче, ну мы, видно, что мы, короче, немножко нервничали, там чуть-чуть какой-то накал чуть был. Просто чуть-чуть градус был выше, чем нужно, mm-hmm. и из-за этого мы не, с начала раунда не брали, тупили. Но потом получилось перевернуть, там Роберт, Абдул, ну они, как обычно, все пацаны жесткие башили. Вот. Поэтому выиграли. А на Эншенте фул контроль был. На миде закрыли, там нам. Ну, мы подготовились, угадали, там, что и нам будут нас взламывать. Поэтому на укрепили, тут укрепили. Получалось все. Пацаны на нереально крутой и идеальной форме показывают какой-то левел. Я что-то угадываю с колами. И у нас получилось пройти 3-0. Спасибо всем, кто смотрит. Класс. А, хочешь кому-то спасибо сказать или привет передать? Ну, всем спасибо, кто болел. Спасибо, что переживаете. Константин, я думаю, там переживал. Спасибо, что нас снимает, влоги для вас спускает. Саня как нас заряжает. Всем Team Spirit. Сереге по-любому. Мы за Серегу, в принципе, играли. Играем в этот турик. Вот, поэтому всем спасибо. Спасибо, что нам помогли вообще доехать до этого турнира. Да, там нас организация сильно нас поддерживает. А какой сейчас план? Ну, сейчас мы... Выдохнем, пойдем в игровую, обсудим весь план, какой мы будем делать дальше. Что у нас сейчас будет, по идее, 3 дня выходных. Но я думаю, что мы сегодня просто будем уже отдыхать, со всеми общаться, там, всем переписываться, со всеми. А завтра уже садиться будем играть в праки, тренироваться, смотреть, что не получается. Потому что материала по-любому много, и будет что разобрать.